Всем привет, друзья! И с вами, как всегда, Лёва. И вот появилась очень и очень интересная новость. Я считаю, что просто новость, которая заинтересует вас. Турецкие СМИ: Анкара примет участие в разделе Сирии, противопоставляя себя Ирану и РФ. Вашингтон уготовил Турции роль своего представителя на Ближнем Востоке и щита против России и Китая, пишет турецкий новостной сайт Aydınlık. Отмечается, что Анкара, по задумке Вашингтона, заполнит вакуум, который образуется после ухода США из Ирака и Сирии, что позволит Турции принимать участие в разделе Сирии, противопоставляя себя Ирану и России. Согласно источнику, Анкара будет играть против России и Китая в Центральной Азии и Африке. Друзья, не забываем подписываться, ставить лайки и обязательно высказывать свое мнение в комментариях. Комментарии и ваше мнение очень важны для меня и для тех, кто обсуждает эту тему.